Всем доброго времени суток. Получил бандероль из Китая сегодня. Оценена в $25.30. Написано аксессуары. На самом деле это пришел телефон. Телефон Lenovo. Запечатан. Такую фиговину. Сейчас мы попробуем его оттуда достать. Вот такой вот пакетик, видите, специальный. Ну, запаковал, молодец, хорошо. Здесь еще один пакет. Добирался телефон сюда, до Украины. В Украину доехал он быстро, в Украине он лежал с 12 числа. Вот сегодня я только получил 16. 4 дня он лежал в Киеве. 12 он прибыл в Киев, и вот 4 дня лежал там. Все. Телефон Lenovo K3. Это, я так понимаю, бампер прозрачный. Галимый бампер утро. О, К3. Защитная пленка. Это, я так понимаю, подарки. Вот такая вот коробочка. Коробочка похожа на коробки от Мнизу. Я впервые заказываю Lenovo телефон. Не знаю, каких они там, как они там пакуют их. И в каких коробках они должны приходить. Вот он сам телефончик. В пленочке. Давайте пока отложим, посмотрим, что у нас тут еще в коробке. Так, ну коробочка качественная такая, хорошо сделана. Здесь инструкции. На китайском. Гарантийные какие-то, еще какая-то фигня. Вот такая вот инструкция на китайском. На родном языке. Шнур для синхронизации USB. Зарядная и переходник под наши розетки. Вот такое вот зарядное, такой вот переходничок. Так, вставляется, вообще не вставляется, вообще не хочет. Так, ну ладно, с этим я разберусь потом. Все, больше в коробке ничего нет. Слаживаем обратно. Это барахло. Книжечки на место ложим. Видите, как тут специально на крышке. И попробуем включить наш телефон. Вот, сразу включился. Тут, я так понимаю, аккумулятор несъемный. Шероховатая такая задняя поверхность. Желтый цвет. Здорово смотрится. То, что нет сим-карты, это мы и так знаем. Settings. About phone. Системное обновление, статус. Кнопочки не подсвечиваются. 1 гигабайт. 1,2 гигагерца процессор, quad-core. Android 4.4.4. Lenovo K30-T. Вот такой вот. И встроенной памяти 16 гигабайт.
этого. Вот так на всю яркость выглядит. Довольно-таки неплохо. Неплохая яркость. Вот такой вот телефончик. Покупал я его на сайте AliExpress. Стоимость его порядка 100 долларов. Добирался он сюда почтой Нидерландов. Нет, почтой Сингапура, как я уже говорил. Добрался он сюда в Украину. Быстро приехал. В Украине очень долго лежал. 5 дней, по-моему, это очень долго. Ездить по Украине, приехать в Киеве, там 5 дней лежат. Вчера он был отправлен на... Вчера он уже был у меня в городе, и сегодня вот я его получил. Ну, вот такой телефон. Кого интересует, ссылка будет в описании. В принципе, все рекомендую. Быстро, качественно. Как видим, подарочки. Кого интересует, заказываем. Ссылка в описании. На этом все. Всем пока.